Мы пришли к обелиску почтить память с детьми группы номер 7 20-го детского сада, чтобы они помнили с самых малых лет о том, что у нас есть предки, они защищали нас, нашу родину, да, ребят? Что есть ветераны, у многих из наших детей есть бабушки, дедушки, но они, к сожалению, не смогли прийти на это мероприятие. Они придут к нам в сад, мы их там поздравим. А сейчас мы пришли с георгиевскими лентами почтить память, положить цветы к обелиску. Ну а дети вообще понимают, что война это страшно? Конечно, война это страшно, и мы вбиваем это детям. Мы выучили стихи. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, тоже спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир для всех планет. Наши дети пришли сегодня почтить память павшим, потому что это очень важно с детства прививать детям, чтобы они знали, кто защищал родину, и чтобы они чтили память. Майский праздник, День Победы, отвечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра? Их с утра зовет дорога на торжественный парад. Их задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. День Победы, на парад мы все идем. День Победы, красные фражки несем. Мы несем фражки с цветами, самый мирный день в году. Никогда не знаете, дети, про войну и про беду.